Вот интересный факт. Недавно ученые опросили 2000 человек, чтобы узнать, есть ли возрастной ценз на длинные волосы. Интересно. Когда носить их нужно? До каких пор, скажем так? И вот, внимание, носить длинные волосы, что ответили люди, прилично до 46 лет. А вот, между прочим, технолог по наращиванию волос, наша уже давняя подруга, женщина-фейерверк, скажем так, девушка-фейерверк, Жанна Максимова, я думаю, с этим не согласна. Жан, привет. Здравствуйте. Привет, девочки. Жанна. Мне, конечно, не 46, еще далеко, поэтому я могу с чистой совестью носить длинные волосы. Что сразу мой адрес. Все-таки, на самом деле так, после вот этого возраста нежелательно. Но для меня это большая глупость, потому что большинство наших клиентов, они женщины, которым даже за 50 и за 60. Я еще, мне 44, я в косичках. Ну, что тут? Это не значит, что я 46 сниму, девочки, я представляю свою соседку 68 лет вот с такими косичками. Я бы подумала, что так сумасшедшая. А я вот сейчас хочу спросить тебе, Наташ, сколько лет? Не поэтому ли ты не носишь длинные волосы? Я тебя умоляю. Кстати, именно поэтому. Потому что вот на мой взгляд, что вот с 35 уже 100% нужно начинать укорачивать, дабы выглядеть помоложе. Но это мое мнение, может быть, кто-то не согласен. А на мой взгляд, это так красиво. Приезжаешь на море с длинными волосами, сексуально окунаешь эти волосы, потом фотографируешь с брызгами. Так, это жители большого города. И сексуально. А когда женщина в 46, вот здесь вот соль, и она делает стрижку, нагибается, у нее вот такой вот гор. Это ничего не сексуально. В общем, ты за длинные волосы даже в летний период. У меня мама носила косички в 60 и ничего. Ходила в баню, говорит, я там красавица. Так, ладно, давайте баню оставим в покое. Сейчас мы заговорили о том, что соль там что-то оставляет, все это глупости. Я-то точно знаю, что все нормально у меня на отдыхе. Жанна, где ты будешь отдыхать, как ты проводишь свое лето? Но я уже съездила в Израиль, сейчас полечу. Ой, счастливая. Еще полечу в Болгарию, наверное, я так думаю, но почему-то билеты подорожали жутко. Поэтому, ну, пока такие планы. А потому что надо раннее бронирование делать. Так не могла ранее бронирование, работа, клиенты не отпускают. Тут хотя бы вырваться на пару Наша дней. Наша Инна Югова тоже уже рванула в Испанию, отдыхает, загорает и, между прочим, снимает ролик «Мое лето это». А вы знаете, Жан, ты вот знаешь, кстати, что у нас проходит такой конкурс, и ты тоже можешь поучаствовать. Вот поедешь сейчас в Болгарию, сними интересный, увлекательный ролик, поучаствуй в нашем, скажем так, увлекательном розыгрыше. А давай мы сейчас посмотрим ролик нашей Инны Юговой, и ты поймешь, что это такое, а потом мы тебе расскажем все подробности участия. Давай? Давайте, с удовольствием. Мое лето – это солнце, море, закаты, рассветы, чистый воздух. Мама, а постирать вот это? Ну, еще мое лето – это. День большой, город Белгород. Ну что, самое время озвучить условия конкурса. Самое главное, снимите, пожалуйста, увлекательный, интересный, с любыми фантазиями ролик на 40 секунд. Отправьте нам личным сообщением с хэштегом «Мое лето это». Подпишитесь к нам в Facebook, можете сделать репост этой публикации. Не можете, это важное условие. Репост обязателен и в Facebook, и в Instagram. В Facebook присылайте видео личным сообщением, ну а в Instagram помечайте хэштегом «Мое лето это». Скоро будем подводить итоги, посмотрим, что же представляет для большинства белорусов их лето. Вот ни в коем случае не подозревала, что у Инны это корзина с бельем, да еще и на отдыхе. А ты бы как охарактеризовала свое лето? Мое лето – это что? Это пляж, обязательно море или океан. Ой, девочки, какое хорошее лето! А волосы красивые, шикарные, волос длинные. Волос мне хватает здесь, поэтому на отдыхе мне хочется так, просто Так, я беру отдыхать. Помощь зрителей, я беру помощь большого города. Срочно звоните и говорите, какие нравятся вам волосы. Вот такие, как у меня, или такие, вот как у наших девушек. Ждем ваших звонков. 237-01-86. Давай для начала поговорим о тебе. Ты уже не первый раз у нас в гостях. Да. Помнится мне, что ты рассказывала о том, что и в Минске, и в Москве у тебя свой салон по наращиванию волос. Все так же живешь на две столицы? Ну, живу на две столицы, да. Правда, с салоном стало потуже. У меня теперь новые хобби столицы. Но клиенты остались. Мы обслуживаем, выезжаем. У нас выездной теперь как бы салон. А что за новое хобби сразу? Быстренько так украдко сказала, что Но за я теперь играю в группе «Леди в Москве». Музыкальная группа? Да, меня взяли. Ты играешь или поешь? Я играю, я не пою, девочки. На клавитаре.
Когда-то у тебя же уже был такой выход, опыт выхода на сцену. Ну да, я уже была диджеем. Слушайте, да. Я не знаю, кем же она только не была. Шахтером была. Да. Эти окорочка или что-то там продавала, да, в Москве. Работала в автосалоне. Да. Была диджеем, наращивает волосы. Человек-праздник. Жанна, удивительный человек. Да? Талантливые люди, талантливые 100%. Так что сейчас мы потеряли все-таки такого специалиста? Ну нет, это пока это как хобби, хотя это вообще была авантюра. Просто увидел меня продюсер, он говорит, ну пожалуйста, ну выйди на сцену, посмотри. Посмотрел, говорит, ну я тебя возьму хотя бы на годик, говорит, давай, а там посмотрим, может понравится. Ну пока так, А как ты думаешь, это связано с тем, что вот у тебя такая необычная прическа? Вот увидел продюсер, как он тебя, или это знакомый был? А мне кажется, нет, не знакомый. А мне кажется, что просто это харизма какая-то, не знаю. Да, харизма очень у тебя не занимает. Жанна Максимова сегодня у нас в гостях, задавайте ей свои вопросы. Сегодня будем обсуждать все вопросы, касающиеся наращивания волос. Это сейчас модно, актуально и главное, как утверждает Жанна, абсолютно безопасно. Без вот сразу можно спросить, вот короткая стрижка, у меня достаточно короткая стрижка, Боб, да? Да. Вот на мою длину можно нарастить волосы, чтобы это было красиво? Ну, можно, просто надо найти твою длину, не обязательно наращивать там, да, допустим, нет, до пятой понимаю, точки. Нет, я понимаю, как это нарастить, что вот здесь вот у меня Боб, а здесь у меня что? Ну, можно сделать асимметричное каре, сейчас тоже очень моде отсюда уйти на длину. То сюда, есть еще правильно его простричь надо? Конечно, так у нас адаптированная стрижка обязательно. Ты знаешь, что у меня вот сразу первый вопрос, я когда читала, вот зашла на твой сайт, эко-наращивание. Да, эко-стайл. Означает ли это, что мужчины сейчас после эко-наращивания вводят руки в волосы и не чувствуют никаких капсул? Нет, девочки, ничего еще такого не придумали, чтобы это не чувствовать. Жан, придумай, ты можешь, я знаю. Нет, нельзя такое пока придумать. Ну, есть вживление, но это глупо, правильно. Но наши капсулы, они очень-очень незаметны, они правда незаметны. Они ощутимы на ощупь, но они незаметны глазами. То есть, если вы раскроете там, да, то вы не увидите их. А как вот, девочки, а давайте вот сначала начнем. Я никогда не сталкивалась с наращиванием. И уверена, что, ну, 70-80% наших подруг, наших зрительниц, которые сейчас на нас смотрят, вообще не понимают, о чем сейчас идет речь, что такое наращивание. Это приклеиваются волосы, или это что, или они какие-то съемные надеваются, снимаются. Оля, 21 век, или это знаешь. На всю жизнь вообще процесс этот счастливый? Ну, наращивание волос можно отнести и приклеивание, и привязывание, и пришивание, все что угодно, пришивание. Способов много, да, поэтому никаких проблем. Можно все назвать наращиванием, все, что удлиняет волосы, можно назвать наращиванием, просто бывает временное и долговременное. У тебя это... вот это эко, что, в чем эко? Значит, экологически чистое наращивание. Ну, оно не вредно для нашего здоровья. Да, оно, ну, принцип, как такое может быть? Принцип, да. Там идет состав клея точно такой, как идет состав клея для наращивания ресниц. То есть это не вредно, это не аллергично. Хотя ресницы, если честно, кто долго носит, они все-таки вызывают аллергию. Вот. И это для волос безвредно. Вот ты сейчас поэтому называется очень больную для меня тему. Касательно наращивания ресниц. После того, как я попробовала когда-то в жизни нарастить ресницы, это было, конечно, великолепно. Это было так и удобно, и красиво, и краситься не надо было. Но спустя какое-то время, около года, наверное, у меня появилась аллергия. Я вынуждена была снять всю эту красоту. И я с ужасом поняла, что ресниц-то не осталось своих. Не будет ли такого с волосами, что вот мы походили красивые, там, не знаю, месяц-два, год, а потом остались лысыми? Нет, такого не будет с ресницами. Просто надо было подождать какое-то время. Снять аккуратненько и подождать. То есть нужен время адаптации, чтобы они восстановились. Волосы тоже нужна адаптация. То есть вы снимаете, вы ждете месяц, через месяц все восстанавливается так же, как было. А вот, ты знаешь, так сняла, ты ходила с такой красивой гривой, тут снимаешь и полулысая. Нет, но их не то, что их не стало, они остаются. Просто вот этот комфорт человека, который привык к одной густоте, да, он к ней тоже привыкает, потом снимает к другой. Плюс волосы за время носки, они все-таки под тяжестью нарощенных волос, они меняют угол роста немножко, начинают расти вниз. Им надо этот угол выровнять. За 21 день ваша луковица поворачивается назад, и все становится так же, как и было. Ничего там не будет меньше. Конечно, если правильно рассчитать нагрузку, если вы пойдете к мастеру, который неопытный, и он вам посадит лишнее, и это все оторвется, то, понятно, у вас не будет волос. Вот, кстати, Тамара готова с нами поделиться, что тоже все-таки, какие, вернее, прически, какие волосы ей больше всего нравятся. Тамара, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, какие у вас волосы? Значит, мне нравятся, например, волосы, которые в возрасте женщины, там, ну, после 50. Значит, волосы должны быть, вот это мое мнение такое, что волосы должны быть покороче как-то. Вот ну, не может быть не совсем слишком, но покороче. А уже девочки, которые помоложе, ну, молоденькие, то мне нравится, допустим,
длинные волосы, которые, конечно, ухоженные, которые и, в общем-то... Тамара, а вот почему вы так думаете? Вот почему для вас вот женщина с возрастом должна ходить короткой стрижкой? Ну, потому что уже как-то вот видишь и вот общаешься, видишь женщину, которая уже в возрасте за 60 и может быть, и 70. Ну, странно, правда, выглядит, когда идет такая... Волосы, это как-то, ну, они, может быть, не умеют за ними ухаживать, и укладку какую-то делать. Но мне это не нравится, допустим. Ну, а если женщина, извините, не... Тогда они, ну, покороче. А если женщина необъятных размеров, и у нее маленькая голова, и она сделает короткую стрижку, это что будет? А можно стрижку подобрать? Спасибо, Тамара, мы сейчас выясним, какую стрижку нам подобрать. Если там три пера. А вы представляете, крупная женщина и с такими еще крупными длинными... Почему с рваным каскадом? Кадиком, посмотрите Пугачева. Вот. Прекрасно. А представляете, а представляете Аллу Борисовну с короткой стрижкой, с ее шеей, которая вместе с головой. Я знаю, что тебя, конечно, не переубедить. Давайте посмотрим на звезд, как вот звезды выглядят с длинными. Я вообще считаю, что длинные волосы – это для высоких женщин. Маленькие женщины должны ходить с короткой стрижкой. Вот Наоми Кэмпбелл, пожалуйста. Все знают, что она, по сути, своя лысая. Она практически все время откуда меняет. Откуда это все знают? Да, да знают, Ким Кардашьян уже. Интернет 21 век. Ким Кардашьян красивые, да. Волосы. Посмотри, какие шикарно. Неужели нарощенные? Ну так и ей не 60, знаете. Может быть, они просто ухоженные. Может быть... Селена Гомес, молодая, красивая. Почему бы и нет? Откуда мы все знаем, что у них нарощенные волосы? Ну, Дженнифер точно нарощенная, 100%. Нарощенная. Ты видишь по качеству? Я знаешь, не вижу, у меня, нарощенный, у меня да, подруга, у нее салон в ЛА, и они обслуживаются у нее. И, кстати, нам было приглашение туда. Но мы все, не знаем все языка. Срочно туда, где Дженнифер Лопес. А, кстати, зачем нам Дженнифер Лопес? У нас есть Жанна. Так, Рианна, пожалуйста, тоже любитель экспериментов. Ну, мне, например, она больше нравилась короткой стрижкой. Но у нее вот короткая стрижка тоже не свои, Наташа. А что, нарощенные? У нее, конечно, у нее накладной парящок для негров, потому что... А как у это выбритые же... височки-то? Так правильно, вот в том-то и дело, что выбритая, а здесь у нее накладка. У негров не бывают волосы ровные такие, они у них как в проволоках, невозможно даже... Ой, девочки, вытянуть. Мне кажется, у голливудских звезд вообще не бывает своих волос. У них там что-то нарощенное, что-то приклеенное. Что-то подлинное, причем в тройном размере. Но выглядит-то все натурально и красиво. Я такая сижу тут натурально и, понимаешь, отстаиваю, понимаешь, таких всех натуральных, как я, возрастных дам. А вообще, слушай, вот к тебе приходят наращивать короткие волосы. Вот, коль уж мы заговорили о коротких стрижках, допустим, после 50, уж есть такое мнение у женщин постарше. Может быть, ведь волосы и редеют, помимо того, что они... Да, конечно. И хочется постричь, их становится очень мало. Можно ли нарастить, и будет ли это заметно? Если это будет по-прежнему короткая стрижка. Ну, как правило, волосы редеют с верхней части, с гормональной зоны. Там мы не можем наращивать. У нас есть тоже вот такие специальные накладочки. Полупарички, получелочки. Это все мы предлагаем. Но иногда приходят, допустим, на стрижку, нарастить именно, когда каре, вот не хватает тут пейсиков, каких-то вот как у Бузовой, да, это все мы хорошо апгрейдываем, это каре смотрится очень красиво, плотно, и оно имеет, потому что очень каре модно опять. И вот знаешь, редко, вот говорите, ты... лучше один раз увидеть, знаешь, вот красиво так говоришь. Приходи. Вот прям хочу, приходи, не могу. Мы тебе все а давайте сделаем. Посмотрим результаты Жанниных работ. Ой, это что? Ну вот, это было стало. То, что мы очень любим всегда. Увидеть вы сразу там на контрасте. Вы там простригаете, все делаете, да? Мы простригаем и... Ну вот здесь, что здесь поменялось? Поменялось, ну вот же вверху, видишь ее волосики, а это уже все нарощено, это все длина вот была у нее все... до плеч. Ага. Дело в том, что мы стараемся сделать работы, девочки, что они должны быть настолько натуральны, чтобы человек не отличал свои от нарощенных. Потому что многие мастера, они наращивают волосы, просто вот прицепили волосы, да, а какой структуры видно, свои? Некрасиво. Тут пушистые свои, тут висят красивые, там нарощенные, да, там такие все шелковые. Мы так не делаем. Если у человека свой волос пушистый, такой, ну, неказистый, скажем, да, это мы такой же подбираем. Пористый, вьющийся, да, мы такой да? же стараемся подбирать. Хотя мы сейчас наращиваем методом армирования, вниз ставим поплотнее здоровый волос, а сверху такой вот по структуре своего, чтобы человека не отличалось, чтобы вы не поняли вообще. Mm-hmm. Пока не потрогаешь, вот не поймешь, что он отличный. Вы прокрашиваете или они уже готовы? Нет, мы все цвет? Делаем, у нас полный цикл, мы окрашиваем заранее, все привозим, подбираем на месте. Иногда идет несколько цветов. Иногда мастера сидят по волосинке подбирают. Чувствую, что мая скоро, девочки. Толстые две волосинки потоньше, чтобы вот это красиво. Все... Очень красиво. Все натурально, все натурально. В том и прелесть наша. Сколько держится вот именно эко-наращивание? Когда от, нужно делать от 3 коррекцию? От 3 до 6 месяцев. Так это выгодно. Слушайте, девочки, на да. самом-то деле. Да. Прикрепил, понимаешь. Заманиваем, приходите. Вот ты уже практически меня заманила. А вот знаешь что, меня больше всего волнует такой вопрос. А как же энергетика? Это же чужие волосы, это настоящие, живые. А,
у меня, ну, женщина, которая красит, она очень набожная и во все это верит. Она ходит, ну, мы в Москве окрашиваем волосы, у нас линия стоит в Москве. Она ходит к Матроне, берет святую водичку, все это опырскивает, читает молитвы, потому что, поэтому и здесь, может, в этом наш успех, Господи, что мы во все верим. Вот так, Наташа, нарастишь волосы и будешь успешной во всем. Я думаю, надо соглашаться. Я практически уже вот-вот-вот на коротком старте. Думаю, может, не как Бузовой. Из таких коротких волос можно сделать такие длинные? Да, очень много девочек после химиотерапии к нам приходят, которые сделали химиотерапию, и у них реально, вот они говорят, я так устала, вот я чувствую себя со стрижкой больным человеком. И мы наращиваем. Это никак не может навредить вот по здоровью? Нет. Ну, на самом деле, это очень хороший выход, когда, опять-таки, редкий волос... После каких-то там неприятных процедур растить и сделать прическу. Ну, очень важно, как человек себя чувствует. Понимаешь, то есть человек, ну, был там, допустим, больной, да, получил здоровье, но ему хочется и выглядеть здорово. И она говорит, я с этой стрижкой не могу. Мне вот я смотрю, я ненавижу. Говорит, до, допустим, болезни, говорит, у меня были длинные волосы. Так приятно, когда они, это самые благодарные клиенты, которые говорят, вообще, вы вернули меня реально к жизни. Жан, я, знаешь, слушайте, так, это значит подобрать волос, окрасить, простричь, прикрепить, короче, ублажить. Научить клиента носить? Научить клиента носить, мыть, чесать, и все, это мы еще об этом поговорим. Это же сколько надо, целый день провести у вас? Да, целый день. То есть один клиент целый день у вас проводит? Ну, не один, один мастер обслуживает либо одного клиента, если большой объем, либо двух. А бывает такое, что вот приходит клиент, зная о тебе, и говорит, не хочу к твоему там подмастерью идти, там, ко второму мастеру, а хочу только к тебе. А у тебя? Изначально было только гастроли. Так, но сейчас я вообще не наращиваю сама, потому что моя задача составить правильную технологическую карту. Хорошо, подожди, но вот все знают, какие у тебя волшебные руки, как ты умеешь это правильно и хорошо делать. Ну как вот я могу, допустим, не зная твоего специалиста, муж, да, сказать, ну я хочу к тебе. Нет, так... Дело в том, что мои мастера, это есть мои руки. Самое важное, я же говорю, технологическая карта составлена правильно. Все расписать мастеру. У меня мастера делают, вот если я сказала так, и тут еще, девочки, я заметила с годами, вот сколько я работаю, да, я заметила, допустим, если у мастера тонкие волосы, да, то я ему пишу клиентов с тонкими волосами. Вот она их чувствует. Она чувствует, вот как клиент будет носить, как он будет спать, как он будет переживать, да, ну вот как... Если у мастера, допустим, пористый такой плотный волос, я пишу ей таких клиентов. И реально я угадываю. Вот на самом деле, говорят, каждому мастеру, да, или там, допустим, каждому клиенту свой мастер. Поэтому очень важно, чтобы знаешь, у мастера было похоже. Вот, если у моего мастера тонкие волосы, я в первую очередь отправляю его на наращивание. А потом уже допускаю клиентам. У меня все мастера с наращенными волосами, они все их носили, они все знают, как это, чтобы могли посоветовать клиенту. И первый вопрос у клиентов всегда, они говорят, а у девочки наращенные волосы? Я у меня говорю, будет наращенные. Так же красиво. Вот интересно, у Светланы наращенные. Светлана, добрый день. Здравствуйте. У вас наращенные волосы? Нет, у меня свои волосы, я очень люблю длинные волосы, все время их Это хорошо. Значит туда, на диванчик. Угу. Вот, да, это длинные для вас это какие волосы? По плечи, до пояса? Ой, до пояса даже очень. Ой, какие длинные. А, и что вы с ними делаете? Вот мне просто интересно. Нет, мои по плечи, а нравится до пояса. Я бы все время хотела вырастить себе по пояс, но у меня почему-то не получается. А вот что вы делаете вот со своими красивыми длинными волосами? Как вот какие-то прически? Как вы за ними ухаживаете? Ну, ухаживаю очень просто наверное, нет времени, потому что работа такая. Я операционная медсестра, я все время в шапочке. Вот. Поэтому очень нравятся длинные волосы, нравятся прически, чтобы можно было выйти, показать, какая у тебя прическа. Они очень красивые, они разные, очень разные колоски. Ну, обожаю, красота. Угу. А не хотели бы нарастить волосы? Ну, наверное, как бы попросить. Я поняла, нет, лучше ухаживать за ними. Лучше ухаживать. А как вы ухаживаете? Вот как ухаживать, правильно? Допустим, в летний период, знаете? Ну, нет, наверное, грамотно и не отвечу на этот вопрос. А я думаю, что мы можем подсказать вам, как правильно ухаживать. Светлана, как раз специально для вас. Давайте-ка посмотрим эксперимент нашей подруги Насти Марушко. Она озадачила себя тем, что нужно решить вопрос ухода в летний период за своими волосами. Что из этого получилось? Давайте узнаем.
Правильный уход за волосами необходим всегда, будь то лето или зима на улице, поэтому всегда помните о том, что если хотите быть красивыми, поддерживайте красоту своих волос. Ну а для того, чтобы поддержать красоту своих волос, используйте специальные средства. Может быть, иногда даже и в салон захаживайте, потому что их средства выгодно отличаются от тех, которые мы используем в домашних условиях. Но не только за своими волосами нужно ухаживать специальными средствами, специальными расческами и так далее, но и за нарощенными. Может быть, даже в первую очередь за нарощенными нужно особенно как-то ухаживать, да, Жан? Ну, конечно, уход уже добавляется, конечно. И лучше, когда люди все-таки не делают это дома, а, допустим, красят корни в салоне, потому что там очень важно правильно нанести там красочку. И тот же уход профессиональный, когда волосики хочется чем-то защитить, там, сделать какую-то процедурку, там, закрыть их, как-то запечатать. И вообще, конечно, как расчесывать, как спать, как мыть, как сушить, все узнаем после рекламы. Не переключайтесь. День большой, город Сегодня женщины большого города говорят нет коротким волосам и да длинным прекрасным шелковистым локонам. Но для того, чтобы иметь длинные волосы, совсем не обязательно мучиться и растить их годами, собирая их в косу. Можно просто обратиться к специалисту, к Жанне Максимовой, которая сегодня у нас в гостях и рассказывает нам, как же сделать наши волосы шикарными, длинными очень быстро. Жанна, а вот сюда дозвонилась Инна. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Хотите себе нарастить волосы? Да, мы хотим, я хочу, и вот хотела бы сестре подарить. Продаются у вас сертификаты в салоне на наращивание? Да, у нас продаются сертификаты, и также у нас можно еще оформить рассрочку. О, как интересно, видите, можно сделать рассрочку, нарастить себе волосы, и потом... Да, как по карте халва, так и у нас, пожалуйста. Ничего себе интересно. Какие, у вас какой длины волосы и какой длины вы хотели бы получить желанный результат, желаемый? Лично у меня волос ниже плеча. Я бы хотела просто волосы сделать немного гуще. Но у меня вот вопрос больше другой волнует. Вот у сестры, у нее волос короче, и она пользуется накладными прядями. И когда она их цепляет, немножко деформировала снизу волосы, они у нее некоторые посеклись, и длина там может быть 3 сантиметра, 4. Возможно сделать на такое наращивание? Тут вопрос такой, девочки, вот эти пряди, которые накладные, они очень опасны. Это не деформировались волосы, это там, где цеплялись пряди, большая пошла нагрузка. Там уже волос истончен, ему надо отдохнуть. Если мы туда еще дадим дополнительную нагрузку, это все оторвется. То есть наращивать в эти места нельзя. Можно нарастить, обойдя это место, где-то подняться выше, при этом не делая слишком большую густоту, чтобы это смотрелось естественно. Но на те же места нельзя. Все это вырвется, там волос истончится. Если она будет носить это дальше, то ее ждет просто алопеция. Поэтому... Облысение. Да, я иногда клиентам, они говорят, ну как так может быть? Я говорю, а как мужчины всю жизнь ходят в носках, а потом у них там волосы не растут? Элементарный пример. То же самое на голове. Это те же самые луковицы, ну, это те же самые... Ну, давайте так, про мужчин позже поговорим, а вы звоните 237-01-86, рассказывайте, какие нравятся вам волосы, хотите ли вы нарастить или хотите короткие. День большой, город Вот, собственно, предлагаю прямо сейчас перейти к уходу. Одно дело нарастить волосы, другое дело за ними ухаживать. И как с ними жить дальше? Как, да, с ними жить? Мне кажется, что это так неудобно, особенно если это наклеенная на волосы лента. Волосы отрастают, туда что-то попадает между нарощенными волосами и волосами своими, между своими корнями. Ты точно знаешь, что это лента нарощенная? Что они путаются, сбиваются. Ну, есть и лента, лента, да. Так ли это, или это заблуждение? Ну, конечно, это заблуждение. Все это вымывается, хотя, если честно, вот сейчас пошла мода на эту биоленту. Это хорошее наращивание, очень удобное. Единственное, что чем мягче крепление, тем оно более, скажем так, уязвимо. Поэтому сюда будут попадать что-то жирное. Иногда клиенты приходят с этой лентой в руках. А, то есть отмазок жирных, да? Да, отмазок, да. Они просто съезжают. Да, но само крепление зато, оно настолько... Хорошо, вот как ухаживать? Вот нарастила я волосы. Ухаживать? Сделала себе бузову на голове. Что нужно дальше делать? Вот какой способ ухаживать? Правильно, ведь и когда на маске написано, что это маска для волос, там же не написано носить ее на корни. Почему люди берут маску, да, для, конечно, волос, мажут ее на корни? Так, ухаживать правильно за своими волосами вместе с нарощенными, но правильно. Угу. Не надо втирать там до дурости эту маску для волос там, да, или кондиционер. Или масло для роста. Да, то есть, не, ну масло для роста можно, потому что оно на такой все-таки основе немножко спиртовое. Не надо просто, да, в эту ленту попадать. Не
ничего такого, что ты делал, тебе не надо делать ничего, кроме того, что нельзя мыть голову, наклоняя вперед. Но и со своими волосами уже доказали трихологи, что нельзя мыть голову, наклоняя вперед. То есть это тоже выворачивается. Да, ты выворачиваешь луковицы, они ослабляются, они там расшатываются. Ну, я думаю, что-то они у меня там все шатаются. Вниз головой быть. Хорошо, расчески, какие-то еще средства вспомогательные, что-то должно быть особенное? Расчески специальные, массажки, только массажки, но они немножко другие. Но они также подходят для своих людей, которые иногда вот, наращивали у нас волосы, сейчас не наращивают, они пользуются также этими расческами. Утюжками вытягивать, все накручивать. Все можно, это натуральные волосы, натуральные, такие же. Как? Точно. Блондинкам как жить? Краситься так же, как и красились. Подкрашивайте корни, никаких проблем. Вы, не надо же протягивать. А все... промыть как? Все промывается. Слушайте, отлично. Я вот сейчас если подумала. Если в салон, вообще все хорошо. Лучше делать все но в салоне. Лучше в салоне, девочки, потому что когда люди не промывают. Я, там... и все, я решила, это спасение. У меня вот эти вот 100 раз перекрашенные тонкие волосы стали обламываться. Это же можно их подрастить, подгустить, правильно? Да, конечно. Ой, хорошо, какие можно у нас замечательные гости. Сколько... Скоро мы увидим. Так состричь-то будет такая опять короткая стрижка. Я скоро мы увидим немножко Наташу подрасти. С другой стрижкой. Это будет удлиненная коронка. Они меня хотят перемолить на свой диван. Беремся. Ой, мне очень интересно, чем закончится этот эксперимент. Наташа долго не может решиться на что-то, потом резко решается, потом долго переживает. Я такая, да, зачем это же, я знаете, это сделала? Кстати, это, между прочим, по прическе можно определить характер человека. Вот, допустим, вот как Оля. Ну, ладно, Жанну не берем в пример. Жанна у нас сейчас особенная. Почему же? Особенная сейчас, особенная прическа. Вот как, допустим, Оля. Длинный, прямой блондинка. Такая вот покладистая, спокойная. Я такая вот озорная, готовая к любым экспериментам. Можно определить, правильно? Можно определить. Нет, характер. А если завтра Оле накрутим кудряшки, она будет уже не покладистая, не спокойная. Но спасибо, она будет Жанна. Элегантная. Понятно. Элегантная накрутка. Да это не имеет значения, все это ерунда. Конечно. Я мужчины хочу наращивать? Тебе перевести тему, знаешь как? Как? Прежде чем что-то сделать, изменить в себе, нужно примерить. Вот смотри, у Жанны тут есть какие-то волшебные штучки. Я уже у Жанны перед эфиром попросила. И, например, челку тем людям, которые о челке мечтают. Ну и очень хорошо. Если ее профилировать, такая отлично. Рейзахарна, дай-ка я тоже какую-нибудь челку очень примерю. Отлично, очень красиво. Давай, Оль. А можно только челку нарастить? Ну, челку вообще наращивать нельзя, потому что здесь гормональная зона женщины. Слушайте, какой не выход? Сильная ситуация. Мне кажется, красиво тоже. Покажи, Оль. Красиво, ну вот, сразу замалили челку. Захотели челку, пожалуйста, нацепили себе челку и пошли. Понимаешь, главное. Главное ее подстричь и уложить у мастера, а не так, собой хорошо. Дома. Жан, я так поняла, что такую челку может и мужчина нацепить на себя. Но мужчина же, на лысую голову. Нет, мужчины же цепляют эти накладочки. Сейчас очень много для мужчин, у них просто другая сеточка. Для... А я предлагаю посмотреть ролик. У нас, кстати, мы подготовились к накладочкам. Молодцы. Смотрим ролик про мужчин. Ну вот. Жуть. Среднестатистический мужчина сейчас станет красавцем. Девочки, как это страшно. Почему страшно? Мне красиво. Это прекрасно. Ой, так красиво делать. Я видела этот ролик уже много раз. И, честно говоря, думала, почему для девочек такое не придумали. Слушайте, ну вот есть для девочек? Есть, но просто женщины же не так лысеют. У них же нет такого облысения, ой, что Жанна, было совсем. Они на лысые. У меня нет. Есть пару знакомых так таких лысых. У нас тоже есть. Мы им ставим накладки, но немножко другие, потому что женские волосы хочется спасти. После этой накладки волосы мужчин уже не спасутся. Оно дальше выкатывает. Угу. А женские накладочки, они такой специальной сеточки. А вообще вот... Вообще по времени, сколько эти накладки держатся у мужчин на голове? Мужчины где-то 3 недели, потом приходят на коррекцию, потому что там специальный скотч. Он начинает. Слушайте, но это на они самом деле очень круто. Изо дня в день, они вот снимают, как прилепили, да. Так и ходят. Да, это на конечно. Специальный скотч. Да, слушай, но... так это выход, это решение многих проблем, потому что мужчины, несмотря на свою конечно. Силу, мужественность, смелость, они очень сильно комплексуют, кстати, да. По поводу отсутствия волос на их голове. Слушайте, а как решение, много вот интересного сегодня узнали. И знаем, как мужскую часть человечества спасти. Да? Давайте, Ольга. Девочки, еще немножечко об уходе поговорим. Все-таки вот слышала, что нельзя нарощенные волосы сушить феном. Правда? Ну нет, конечно. Ну это же нельзя, я же сказала. Ну как в современном мире не сушить волосы феном? Сушить просто надо правильно. Не вот так вот, как мы привыкли, а просто сверху. По направлению. Да, по направлению роста. То есть и здесь голову не опускаем, конечно, никак нет, не деформируем. Жанна, я волосы. Думаю, что сейчас вот у многих жителей большого города есть вопрос. У тебя сейчас что? На голове. У меня... Это волосы или что это? Нет, это каниколон, это искусственные дреды, они многоразовые. Это... А как...
Это просто я сапожник без сапог, мне некогда нарастить. Я сняла свои волосы, нарастить их некогда. Мне девочки сегодня перед эфиром. Я не перед эфиром, я их привязала неделю назад, вот еще недельку похожу. Слушайте, а освободится мастер, и я себе. Хорошо, а как ты моешь вот так недельку назад? Корни моешь или. Шампунь разводишь с водичкой, губочкой, которой ты моешь посуду, вот аккуратненько тут раз. Только корни промывает. Да? Так больше ничего не надо. А тяжело вообще их носить? Нет, их носить легко, они сохнут быстро, у них принцип сыхания. Это стекли вниз, ну вот как. Жанна, бывает такое, вот идешь, вот заходишь в метро, ну ладно, ты в метро не ходишь, вот идешь по улице, бывает, что там вслед тебе кричат, ну надо же, ну с ума сошла совсем уже. Девочки, ну честно, такого у меня не бывает, но бывает так, что меня люди останавливают и говорят, а как вы сделали со своими волосами? Я говорю, так это же не натурально, они говорят, а какие? То есть люди даже не понимают некоторые, что это не натуральные волосы. Они думают, что это свои волосы. А свои волосы у тебя какой длины? Помнишь? Хоть или уже не помнишь? У меня сейчас чуть-чуть длиннее, чем у Наташи. Кстати, говорят, очень хорошо нарощенными волосами отращивать свои волосы, потому что этот процесс будет незаметным, и потихонечку-потихонечку можно и вырастить свою длинную. Жанна, твои пожелания нашим телезрителям? Ну, оставайтесь красивыми, меняйтесь, не бойтесь меняться, не бойтесь перемен, и будьте счастливы. Спасибо за твои советы, спасибо за то, что практически ты уже меня убедила в том, что мне надо... Да уже признайся, что немножко... убедила, не практически, а убедила. Прямо сейчас побежишь к Жанне в салон записываться. Иди уже сюда, давай будем примерять остальные челки, которые у нас тут есть на столе. А где твоя черненькая? Я тоже хочу примерить. Большой город, спасибо, что были с нами. Мы вас обнимаем, целуем, желаем хорошего вечера. Уж простите, такой соблазн примерить все эти челочки сейчас, поэтому мы сюда, а вы отдыхайте. Пока. А завтра, между прочим, поговорим про элементы с Аллой Комаровской. Алименты. Алименты. Каждое утро ты встаешь, чтобы прошел новый день не зря. Едешь, бежишь, идешь, несешь, кругом сплошная суета. Остановись на час и оглянись вокруг.